Участники квеста регистрировались через интернет. В итоге желающих показать свои знания истории города собралось немало. 30 команд, в каждой из которых по 5 человек. Первые задания прошли на площади у художественного музея. Каждой группе нужно было ответить на вопросы и найти необходимые историко-культурные объекты, памятники, гостиницы и другие известные места. Всего 15 станций. За правильные ответы команда получала по одной букве, из которых по завершению квеста можно было составить фразу «Моя Россия». Квест приурочен ко Дню народного единства. И он направлен на воссоздание патриотизма молодежи нашего города и на укрепление знаний в истории нашего города. В подарок команде-победителю достался билет на участие в квест-проекте «Выйти из комнаты», а призерам – билеты на КВН.